Құрметті көрермен, қазір кезекті орталық коммуникациялар жанындағы брифингке берейік. Мақпал. Рахмет, Жанар. Армыстар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қазақстанда зияткерлік меншікті дамыту, тәжірибе және басымдықтар. Тема пресс-конференции – развитие интеллектуальной собственности ВРК, практика и приоритеты. Еліміздің бас медиалаңының құрметті спикермен таныстыра өтейін. Жақселекова Ботагөз Шаймарданқызы, Қазақстан Республикасы әділет вице-министрі. Ботагөз ханым, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті баспасөз брифинге қатысушылар. Әділет министрлігі қызметінің бағыттарының бірі зияткерлік, менші, құқықтарын сақтау және қорғау мәселері болып табылады. Қазақстан Республикасында зияткерлік менші құқықтарын қорғау мәселеріне ерекше көңіл бөлінеді. Мемлекеттік басшысының ағымдағы жылғы Қазақстан халқына жолдауында елімізде креативті экономиканың ауқымдау дамуы үшін жағдай жасауға баса назар аударылды. Оның ішінде зияткерлік менші құқықтың тәсілімдерін қорғау. Если говорить о совершенствовании законодательства Республики Казахстан, то в этом направлении нашим министерством был разработан соответствующий законопроект по вопросам интеллектуальной собственности. Сейчас он находится на рассмотрении Мажилиса парламента. Проектом предусматриваются дополнительные правовые инструменты по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности и для привлечения инвестиций. Основные поправки мы отразили на слайде. Сейчас да, запустят слайд. Это и дополнение ограничений по правам авторов с целью обеспечения возможности доступа людей с нарушением зрения, по введению ускоренной регистрации товарных знаков по заявкам услугополучателей и ряд других новелл. 15 мая, буквально пару дней назад, состоялось важное событие в сфере подготовки кадров интеллектуальной собственности. Для Республики Казахстан это поистине историческое событие. Был подписан меморандум о взаимопонимании между Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Министерством юстиции, Министерством науки и высшего образования и Максуд Нарекбаев университет. Благодаря этому в Казахстане совместно с Академией Всемирной организации интеллектуальной собственности запущена программа магистра права ЛЛМ в области интеллектуальной собственности и бизнес-права. На самом деле это 18-я программа в мире, которая была запущена на территории Центральной Азии. Это вот мы одна из первых стран. Данная программа предоставляет уникальную возможность изучать сложные вопросы правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, а также разобраться в тонкостях взаимодействия бизнеса с правовой системой. По окончании обучения выпускники получат диплом как Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности, так и Максуд Нарекбаев университет. Преподавательский состав будет представлен и зарубежными специалистами, и казахстанскими специалистами. Министерство науки и высшего образования выделило гранты. С 1 сентября уже начинается обучение. Будет возможность у всех желающих на конкурсной основе поучаствовать и попытаться, значит, получить грант. Дополнительно к тем грантам, которые выделяет казахстанская сторона, Всемирная организация интеллектуальной собственности также дополнительно выделила гранты и для иностранных студентов. Если вы помните, то в сентябре прошлого года мы провели большой международный семинар, тоже информировали об этом, где обсуждали положение Марракешского договора. Это социальный договор. Он направлен на обеспечение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения воспринимать печатную продукцию к опубликованным произведениям. С целью обеспечения равного доступа к опубликованным произведениям мы вот и разработали проект, соответствующий проект закона. В настоящее время он внесен уже в аппарат правительства Республики Казахстан для последующего направления в Мажилис парламента. Также Министерство юстиции в рамках сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности по всей территории, практически во всех регионах страны продолжает открывать центры поддержки технологий и инноваций.
Сегодня национальная сеть ЦПТИ уже представлена 32 центрами. Также мы ежегодно при поддержке ВАИС проводим летнюю школу в Казахстане. В этом году проведение летней школы планируется в июне текущего года. С большим удовольствием приглашаем всех поучаствовать. На слайде также вот есть детали, сроки, информация. Будем всех рады, значит, принять. Состоится, значит, это мероприятие у нас в городе Алматы. Теперь, что касается регистрации объектов прав на объекты интеллектуальной собственности. Количество охранных документов, которые были выданы на объекты промышленной собственности, включая международную регистрацию товарных знаков, за январь-апрель текущего года составило более 4500. И если сравнивать с 2023 годом, то на четверть эта цифра у нас выросла, ну, что свидетельствует об определенной активности, в том числе со стороны отечественного бизнеса, значит, международного сообщества, когда они изъявляют желание на территории Казахстана, значит, обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности. Более подробная информация также вот по цифрам в разрезе, значит, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей вы видите на слайде. И вот хотела бы отметить, что у нас в 2022 году был введен новый объект интеллектуальной собственности — географическое указание. Географическое указание – это объект, предназначен для отличия товаров определенного качества, но именно в привязке к месту их производства. В прошлом году мы осуществили регистрацию 5 географических указаний, в текущем году еще одно. Вот в качестве примера можно привести Туркестан шоколад, Туркестан мороженое и вот другие. Теперь, что касается защиты прав и законных интересов правообладателей. В этом направлении органами юстиции проводится большая работа. Как вы знаете, у нас есть в регионах наши территориальные департаменты юстиции. Вот они как раз-таки занимаются функцией проверок деятельности хозяйствующих субъектов по фактам незаконного использования чужого товарного знака на основании обращений правообладателей. По результатам проверок выявлено 51 нарушение действующего законодательства. По всем этим нарушениям были возбуждены административные дела, все они были направлены в суд. Уже на сегодняшний день, значит, по 11 находящимся делам 41 субъект был привлечен к ответственности. Из гражданского оборота было изъято более 81 тысяч единиц контрафактной продукции. Вот примеры тоже хотелось бы привести, когда, значит, нарушаются права владельцев известных товарных знаков, таких как Apple, Lego, Toyota, значит, Naures и прочее. Перечень изымаемой из гражданского оборота контрафактной продукции, он весьма широк. Это предметы и обихода, одежды, бытовая химия, запасные части к автомобилям, всевозможные гаджеты, а также продукты питания. Из последних крупных проверок в качестве примера можно привести проверку, проведенную в апреле на территории города Шымкент, где по заявлению компании «Хенкель» был выявлен факт незаконного использования товарного знака «Метилан» и был изъят обойный клей с обозначением «Метилан», но не того «Метилана», который на самом деле представлен правообладателем. На сегодня...